Вот пока трака ждем с ремонта, покажу вам новые фридлайнеры. Сейчас должны его привезти вот сюда вот. Так, посмотрим мы. Фредди, где мой любимчик? Здесь его нету, там он дальше есть. Ну вот такие вот Фредди у нас стоят здесь у дилера. Так, ну что, пойдем туда, может сейчас подъедет уже трак. Беленькие все, красивенькие. О, какой красавец стоит. Спалка такая длинная, большая. А вон наш трак идет. Так, маску надо уже снимать. Что-то я не могу не ездить. Так, и что у нас здесь? Так, где мои очки? И что у нас здесь произошло? Сейчас посмотрим. Так. Короче, открутился шланг от компрессора к этим ресиверам. И все. Короче, шланг открутился. Вот и все. Заплатили мы 0 долларов, потому что это трак новенький на гарантии. Все, едем мы обратно на базу. Всем доброе утро, ребята, всем привет. Снова приветствую на моем канале. Холодно на улице, дождь идет у нас. Уже апрель месяц, а дождь еще не прекращается. И опять у нас здесь лужа. Опять у нас здесь фирменные сапоги. И я сегодня на новом траке. На траке всего лишь у меня 2967 миль на этом траке. И здесь интересная маленькая такая штучка, прикольненькая. Когда я только начинал в этой компании ездить, то у нас в траке были вот с такой ручкой. Не кнопочки, как вот здесь у нас стояли кнопочки, здесь для телефона сделали обратно так же. А поставили такую ручку. Неудобно, правда. Привык к кнопочкам. Но ничего. А сейчас мы выезжаем в Брею, Калифорния. И делаем там так. Надо вспоминать теперь, что это у меня ручка, а не его кнопочка. И все, рука тянется на кнопочку нажать. Так, отъезжаем вот так, а так надо еще зеркала на чуть-чуть отрегулировать. Так, ну что, отъезжаем мы от даты, закрываем двери и вперед выйдем с этой лужи, потому что она, я выскочил в нее и прям намочился. Зеркала опять не отрегулированные все. Надо сейчас будет регулировать. Так, а на улице у нас дождик поливает. Ну хорошо поливает. Так, все. Идем, все, закрываемся. Ох, какая водяная пыль поднимается у нас здесь. Вроде хороший идет. В этом году в Калифорнии очень много дождей прошло. Это очень даже хорошо, что летом не будет
нехватка воды. Я помню, года, наверное, 4, может, 4. Где-то, то даже у нас была нехватка воды, мало дождей было зимой. Ну и все, и мы вот приехали, и у нас здесь драки. Что-то уже случилось. Так, а ты что моргаешь? Перестраиваться хочешь или как? Что-то у нас уже здесь случилось. Уже моргают. Капы моргают. Так, трака занесло. Трак стоит ударенный в дивайдер. И легковую зажал между дивайдером и контейнером. Стоит еще легковая. Зажал он ее там. Зажато у него. Сильно зажато. Ну, а мы продолжаем движение. Нам остается 19 миль туда. Сразу все сбавили скорость. Видели аварию и сбавили скорость. Что-то у нас здесь тормозят, и опять у нас что-то случилось. Или ничего не случилось, а что тормозите? Ничего не случилось. А что тормозили все резко? Ага, вот здесь у нас. Вот здесь у нас тут стоят. Здесь опять у нас случилось. Вот весь вирус мой. Вот тут. И нам будет счастье. Так, а у нас Exit Imperial Highway. И мы на него съезжаем. 0.2 miles, turn right on, Eastern Imperial Highway, C-800. Он дождик поливает, да? Дождик такой поливает. Здесь бордюр по центру стоит. Так, и с правой стороны у нас будет компания. Что это у нас за компания? У нас Bray Distribution Center, Калифорния. Здесь у нас это distribution center. Здесь очень долго будут разгружать меня. Approaching destination in 700 feet on the right side. Так, и где у нас заезд в этот distribution center? И, наверное, вот здесь где трак стоит, моргает. Мы
остановимся и пойдем спросим, что он здесь стоит. Идем мы спросим. Надевать надо капюшончик. Ну, теперь новые такие правила у нас здесь, в Лос-Анджелесе. Если идем мы вовнутрь здания, то обязательно надо одевать на маски. Правда? И перчатки. Одеваем вот такие перчатки. Не резиновые, а кожаные. И теперь мы готовы идти вовнутрь. Показывает, что линия с той стороны. Так, ну мы уже заезжаем на фасилити. Нам будет фаст. А что у нас там? Говорит парковаться и идти с бумагами сюда. Вот сейчас мы запаркуемся и пойдем с бумажками. А кого-то уже потащили ремонтировать. Ну все, как-то так, запарковались. Теперь надо одеваться и идти. На улице дождь идет. Все, идем. Так, ну что, ребятки, так, надо снимать эту маску, как она мешает мне. Так, дали мне дырочку. 122 номер. Так, 122. Теперь мы едем туда. Так, 122-я. Где же ее сейчас еще надо найти? Это 122-ю дырочку. Там, правда, у меня сил стоит, пломба стоит такая. Вот эти палец там. И вот здесь нам надо запарковаться. Ну давай, дяденька, паркуйся, а потом я. Вот так вот. Как он запарковался. И что ты вот сделал вот этим движением, что ты хочешь сделать? Сказал, попросил меня назад отъехать, а чего, я не знаю. И что ты этим выиграл, дядя? Я так и не понял. Куда он хочет? Там же тракты стоят. Что это было за движение у него? Хорошее. Вы что-то поняли? Я что-то ничего не понял. А он тут. Он в эту дырочку поставился. Понятно. Понятненько все с ним.
Так, ну а мне сейчас предстоит парковаться тоже. Очень узко там. Ну ничего, запаркуемся. Мне сказали отъезжать. И здесь надо платить за этот самый, за работу. Сейчас еду, я заплачу за работу $126. Сказали то, что меня разгружали. Мне надо заплатить. Ну, у меня и прическа. Надо подстригаться уже. Так, ну что, друзья. Ох, снял эту повязку. Как врачи в них ходят, я вообще не понимаю. Так, все, заплатил я $126. И теперь надо все это нам отправить. Вот.